С самого утра сотрудники МЧС на большой скорости взбираются по лестницам на 4-й этаж. Но спасать, к счастью, никого не нужно. Свои навыки участники демонстрируют в рамках всероссийских соревнований МЧС России по пожарно-спасательному спорту, посвященных памяти Валерия Кишкурно. 38 специальных управлений из разных уголков страны в июне проходили отбор в Озерске, Калуге и Железногорске. В финал прошли 15 сильнейших. Хотел бы от имени командования Главного управления МЧС России по Нижегородской области поприветствовать вас, всех участников здесь, и пожелать прекрасной, такой бескомпромиссной, честной борьбы, чтобы, как говорится, победил сильнейший. Очень приятно, что здесь сегодня собраны лучшие российские команды. И я думаю, что соревнования пройдут на очень высоком, достойном уровне. В 2021 году многие из участников работали на тушении пожаров в Мордовском заповеднике. Глава города поблагодарил пожарных за очередной визит и пожелал удачи в соревнованиях. Я очень рад, что сегодня я могу участвовать на Саровской земле в более спокойной, мирной и торжественной обстановке вас. Соревнования – это возможность не только проявить свое мастерство, профессионализм, но это очень серьезная работа по подготовке пожарных команд. Медали разыграют в 5 спортивных дисциплинах: штурмовая лестница, 4-й этаж, учебная башня, установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице, полоса препятствий, пожарные эстафеты и боевое развертывание. Спортсмен международного класса Станислав Титаренко приехал в составе специального управления номер 50 Санкт-Петербурга. Мужчина отметил отличный уровень организации и высокую конкуренцию. Мы приехали за победой, мы готовились и хотим выиграть. Сейчас такая подготовка идет к Стамбулу. Чемпионат России, хороший старт, хорошая организация, выступить хорошо хочется, без травм, и показать результат за сборную России уже в городе Стамбуле. Впереди еще 3 дня соревнований. 19 июля участники пробегут полосу препятствий, 20 июля – пожарную эстафету. 21 июля пройдет боевое развертывание, торжественное закрытие соревнований и награждение победителей. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.